Повышение осведомленности об устойчивом развитии начинается со школы и затрагивает не только родителей и учащихся, но и заинтересованные стороны и население в целом. В рамках проекта Smart Schools – умные школы было проведено несколько конкурсов, встреч и трансграничных мероприятий. Один из организаторов, Ади Танович, подвел итог первой фазе проекта. «Умная школа» – это название проекта трансграничного сотрудничества по энергетической реконструкции 7 школьных зданий в Боснии и Герцеговине и Хорватии. Она включала в себя установку теплоизоляции наружных стен, замену деревянных перекрытий и замену углевыжигательных котлов на те, что используют древесные гранулы в качестве топлива. Кроме того, в рамках проекта был организован школьный конкурс по энергосбережению среди 105 начальных и старших школ. В нем приняли участие 29 тысяч учеников, а также более 40 энергетических менеджеров прошли профильное обучение. Была оказана поддержка 19 молодым инноваторам, для них был организован лагерь, где они получили возможность развивать свои изобретения дальше. Результаты проекта выдающиеся. Он привел к ежегодной экономии в размере 80 тысяч евро. В дополнение ко всему снижены экологические и энергетические затраты, такие как выбросы СО2 и энергопотребление.